8 призовых мест в индивидуальном зачете и первое место в командном взяли щелковские спортсмены в первенстве Московской области по русским шашкам по молниеносной игре, которое прошло в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Участие в нем приняли более 80 шашистов из 10 городских округов. В этой дисциплине выходит на первую роль подготовленный спортсмен. То есть у него нет времени просчитать позицию. Что у него в голове есть, то он и использует. Поэтому многим это как раз и нравится, то, что ты подготовил на тренировках, то ты и используешь в турнире. Турнир проходил по швейцарской системе. Победители играют с победителями, а проигравшие с проигравшими. Среди участников первенства – призеры и победители всероссийских соревнований и первенств. София Сычева – кандидат в мастера спорта, призер первенства России по русским шашкам в быстрой программе среди девушек до 14 лет. В первенстве Московской области по русским шашкам в молниеносной игре в своей возрастной категории завоевала золото. Девушка рассказала, что помогает ей добиться успеха в этом виде спорта. Нужно много заниматься, играть, развиваться, опыта набираться, решать комбинации, учить варианты. Постоянно совершенствуют свое мастерство спортсмены под руководством опытного наставника. Сергей Александрович хороший тренер, он мне помогает в шашках развиваться. Высокий результат на прошедшем региональном первенстве еще раз говорит о том, что упорный труд и дисциплина – залог успеха в любом деле. Наши шашисты из года в год на соревнованиях различного уровня своим примером демонстрируют это. Евгения Корытько, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.